Ребята, всем привет! Что-то у меня здесь расчесало. У нас уже обед, я утром ничего не снимала, потому что утром мы ездили сначала в садик по работе, мне нужно было, вот. Но заведующей не было, поэтому ничего не получилось. А потом мы с Ладом заехали в Алберис, мне пришел заказ, такой костюмчик, ну, так по дому ходить. И бытовая химия мне пришла, я решила заказать, попробовать. Всем известную фирму, сейчас покажу. Вот такая фирма. Не знаю, как читается правильно, чтобы не коверкать, не буду говорить. Вот, и здесь набор. Это у нас получается для ванны без хлора. Потом для пола тоже. Типа биоразлагаемое, все такое экологичное. Вот. Для сантехники тоже без хлора. Потому что всеми вот этими санами, с которыми я пользуюсь, мне просто дико воняет химией. Для окон и зеркал. И получается для плит. Вот. У меня тоже есть для плит. Антижир, по-моему, называется. Но он тоже прям такого разъедает. И руки разъест, наверное, не то что жир. И подарочек положили. Стиральный порошочек. Здесь получается на... Сейчас скажу. На 4 стирки. Вот. Но я почему не хочу... Не покупала такой стиральный порошок, потому что я люблю, когда от вещей пахнет приятно. Тот же кондиционер, а вот этот фирма, этой фирмы, что порошок, что кондиционер, у него нет запаха, то есть запах он не дает. Вот, но вот для детской одежды это прям вообще классно будет. Тут даже написано то, что для детей подходит, для детского белья. Вот видите, без запаха. Тоже гипоаллергенный. Поэтому сегодня, наверное, будем тестить. Если оно не будет вонять, это просто будет пушка. Так что вот такой вот заказик. Если понравится, то буду еще, конечно, заказывать. Так, и какие у меня сегодня планы? Планы такие. Сейчас я хотела немножко позаниматься, потом схожу в магазин, потому что вечером я очень сильно хочу... Как он называется там? Макарон с котлетами. Очень давно не ели макароны, просто чисто макарон с котлетами. И что-нибудь еще хочу приготовить. Это может быть пирог какой-то или какие-то кексы, но для кекса у меня нет формочек. Формочки у мамы остались. И что еще? То еще. Ну, пока что все. Так что сейчас начну, позанимаюсь немножко. И пойду в магазин за котлетами. Так, тренировку я сделала, она была прям у меня супер быстрая, 15 минут. Сейчас пойду схожу в магазин, так, надеюсь, не упадет. Схожу в магазин, куплю котлеты, еще хотела дойти до типа хозяйственного, посмотреть там формы для кексов. Вот. У нас сегодня на улице ветер, сильный причем. Но не холодно. Ночью было прохладненько, а сейчас нормально. Поэтому волосы я завязала. Вот. Посмотрю кексы, куплю... Ой. Посмотрю форму для кексов. Куплю, зайду в продуктовый, куплю котлеты. Вот. Так что я пошла. Короче, здесь нет ничего. Получается только такая форма. Я хотела такие. Они дорогие, 300 рублей. Вот, других здесь нет. А вот такая форма у меня у мамы дома. Их много. Я покупала их за 50 рублей, но не 300 рублей. Есть еще такая, но она с этой же штукой идет. Поэтому придется у мамы забирать, наверное. Так что тут... Такие я не хочу. Так вот. У нас, короче, дождь намечается. Поэтому сейчас приду домой и покажу, что купила. Так, что купила? Купила кукурузу, бананы, помидоры. Ой, сейчас запыхалась. Мама давала нам
огурцы, поэтому делала салат и котлеты. Я только зашла домой, а на улице пошел дождь. Просто очень сильный ветер поднялся, он такой не сильный, а моросящий начался. Вот у нас там парк. Сейчас его плохо видно, потому что заросло, ну, летом. А зимой, когда деревья не зеленые, очень прикольный вид, классный. Ну, потом покажу с балкона, а с кухни плоховато видно. Вот, пойду пока переоденусь и вернусь. Хотела я, значит, сделать банановые конфетки. Для этого нужна мне была кокосовая стружка. В магазине кокосовой стружки нет. Хотела сделать банановые кексы. Форма для кекса, извините, за, по-моему, там 4 или 6, по-моему, штучки, 300 рублей. Я их покупала, наверное, года 4 назад в фикс-прайсе. Два набора я брала, они что-то вообще копейки стоили. Но сейчас в фикс-прайсе нет этих формочек уже давно. Такие не продают, там только бумажные или такая вот, типа, металлическая. Поэтому, к сожалению, ничего не будет у нас сегодня. Ни кексов, ни конфеток. Заберу у мамы тогда потом форму и сделаю кексики, попробую банановые. Вот. А потом, когда куплю уже кокосовую стружку, то сделаю конфетки банановые. Такие дела. У нас так... Дождем повеяло, у нас очень давно, по-моему, дождя, да не по-моему, очень давно у нас дождя не было, у нас было очень жарко, душно, и сейчас пошел дождь, и то он не сильно, а так, наверное, можно сказать, что он моросящий, вот, и все, на этом весь дождь закончился, это все его полномочия, сейчас пока не знаю, чем буду заниматься. Есть там какие-нибудь интересные ужастики на моем любимом канале или нет. Сейчас гляну программу и буду ничего не делать. Смотрите, какая смородина красная. Ее мама собирала, сейчас из нее буду компот варить. Котлеты, макароны сделала, вода на компот закипает. И сделала шарлотку. Класс, пахнет так вообще. А внизу кастрюля стоит, там я воду набираю, чтобы пирог снизу не подгорал. Еще немножко и готов будет уже. Так, ну я уже приготовила все, у меня вот такой вот шухер на голове. А я уже даже поела, сделала тренировку еще одну. Вот, сварила, доварила сейчас компот. И что хотела рассказать? Не знаю, сейчас будет телевизор мешать. Сейчас я его выключу. Убавлю звук. Вот. Я уже говорила, что закончила. Закончила колледж педагогический. Я воспитатель по профессии. Вот. И у нас в городе очень тяжело найти работу воспитателем. Потому что в садах сидят уже достаточно старые женщины. На пенсию ходить не хотят. И... Да, и где-то идет сокращение, то есть молодым специалистам дороги нет. Вот. А после колледжа я планировала идти учиться в высшее образование получать в университет. А тоже по этой же специальности дошкольное образование. Я уже поехала, подала документы, мне назначили вступительные экзамены. И я просто поняла, что... Не знаю, сколько я буду искать работу в саду, потому что сейчас вакансий нет вообще никаких. Может быть, это будет полгода, может быть, больше. Вот. И если я буду учиться заочно, меня на сессию никто отпускать не будет, если я буду работать в каком-нибудь, ну, где-то в другом месте, в том же каком-то магазине или неважно где. Меня отпускать на сессии не будут. Почему? Потому что я учусь для себя. То есть им не надо, чтобы я училась. Вот. Поэтому я приняла решение, что сначала я в этом году поступать не буду, то есть мне нужно сейчас поехать в университет, забрать свои документы. Я пережду этот год, пока поработаю там, где сейчас есть время, место в магазине, уборщицей, не знаю кем угодно.
а до тех пор, пока не освободится какое-нибудь место в саду. Нянечка, младший воспитатель или же сам воспитатель. Потому что, да, если я буду учиться, даже заочно, я работать нигде не смогу, кроме сада. Поэтому я не расстроилась, ну, потеряю год, но зато я спокойно найду потом работу, у меня будет место, и когда я уже пойду учиться, меня никто не уволит, потому что мне имеют право предоставлять учебный отпуск. Тем более я учусь по своей же профессии, получаю дополнительное образование. Да, такой вот парадокс. В Москве, в городе, полно воспитателей, требуется очень, чуть ли не на каждом, в каждом саду. У нас по всей Московской области, район, где я живу, и близлежащие, скажем так, поселки, деревня, воспитателя не требуется. И идет массовое сокращение. Ну, сокращения в основном идут в деревнях. Вот. В городе, где я сейчас живу, здесь, да, городок маленький, здесь тоже никто не требуется. То есть никто, естественно, не хочет сложить своих мест. Даже нет декретных мест. То есть временно декретных мест нет. Есть одно место декретное, я звонила. Мне говорят, извините, вы молодой специалист, и декретное место я вам предоставить не могу. Я такая, ну, класс. Вот так вот. Поэтому буду пока работать где-нибудь и подыскивать, иногда смотреть, посматривать вакансии воспитателя. Может быть, какие-то где-то освободятся. Поэтому, да, такой вот парадокс. Сложно, конечно, очень. Вот получается парк. Вот он там дальше весь идет парк. Но сейчас не видно из-за того, что деревья. Вот. Лето и не видно так. Вот там остановка у нас. Магазинчики и все такое. И на самом деле... этот район, вот, в котором мы живем, очень классный. Почему? Потому что здесь парк рядом. Тут можно выйти на лавочки, посидеть, прогуляться. То есть район хороший и достаточно не шумный. Но шумный только из-за того, хоть здесь рядом и дорога, как бы машин не слышно. Только кто ездит на мотоциклах, это, конечно, дурдом полнейшим своими тарахтелками, да. И, конечно, то, что... Здесь парк, собирается молодежь, и там на площадь такая небольшая около магазина, там собираются машины и включают музыку, вот. Вот бывает редко, но по вечерам вот эти тарахтелки, конечно, здесь катаются. А то, что здесь рядом дорога, это вообще не ощущается, как будто ее, в принципе, здесь и нет. Ну, я, в принципе, буду прощаться, вот. Буду... Хочу заплести себе косы, чтобы волнистые опять волосы были. Пойду потом умываться и монтировать. Так что всем пока!